Інформація, яку ми озвучували буквально кілька хвилин тому, стосовно того, що таки Пригожин, так би мовити, кухар Путіна, він вже заявляє про те, що варто таки закінчувати так звану спецоперацію, закріплюватися на територіях, які Росія змогла окупувати. Ну і, власне, все ж таки варто населенню говорити про те, що усі цілі так званої СВО вже виконані. На вашу думку, наскільки це можливий сценарій розвитку? І до чого може призвести, що не менш цікаво? Это возможный сценарий, это интересное сообщение, действительно, потому что оно, в общем, доказывает, что единственный человек, который более-менее реально оценивает ситуацию, это Пригожин. Да, и это, кстати, раздражает московские власти, центральные власти, Путина раздражает, потому что он постоянно крутится на передовой, он постоянно выходит в эфиры, и он постоянно высказывает довольно рациональную оценку ситуации. Другое дело, что, с моей точки зрения, предложения, которые он дает, это не всегда и чаще всего неправильные. Вот, допустим, в его огромной статье, которую он написал, он говорит, что вот они там разбили, значит, российские войска полностью, уже украинские войска, не осталось уже мужского населения, чтобы воевать, что, в общем, не соответствует действительности, потому что если, так сказать, следовать логике Пригожина, если российские войска разбили уже украинскую армию, то почему он не в Киеве, почему он не во Львове? А почему ему теперь надо говорить, что надо зубами вцепиться в ту территорию, которую пока что они оккупировали, и попытаться хотя бы не отступить с этой территории. То есть у него противоречий довольно много, но это история интересная, потому что он говорит самое главное о том, что у России нет ресурсов для наступления, что Россия переходит к обороне стратегической, что у нее теперь задача хотя бы остаться на тех территориях, на которых она сейчас находится, что Россия боится украинского контрнаступления, которое, в общем, анонсировано уже довольно давно, но которое пока что вроде там незаметно еще на фронте. Вот. И все эти разговоры Пригожина о том, что понятно, что у России нет ресурсов, в том числе несмотря на мобілізацію, яка пройшла в Російській Федерації. Пане Сергію, якраз таке в продовження теми про Пригожина, так звані російські еліти і мобілізацію, днями просто сколихнула російський інформпростір заява Пригожина про те, що ніби як син Пєскова служив в ПВК Вагнера, був артилеристом і служив свої півроку, і зараз десь вже ніби як відпочиває на території самої Російської Федерації. Він сказав про те, що не радив він йому йти в Міноборони Російської Федерації, тому що там не все гаразд, забрав ніби як до себе, але під іншим прізвищем, іншим ім'ям, і навіть його солдати з того підрозділу не знали, що він насправді є сином Пєскова. На ваш погляд, для чого робляться такі заяви? Невже для того, аби, знаєте, російському народу показати, що ось, подивіться, навіть сини таких чиновників, як Пєсков, але все одно воюють, таким самим просувати ідею мобілізації на території самої Росії? Вы знаете, я думаю, что это даже не имеет отношения прямое к мобилизации, это имеет отношение к политическим заявлениям самого Пригожина. Потому что Пригожин поругался вообще со всеми, с кем можно было поругаться, в том числе и с Кремлем, в том числе и с Медведевым, в том числе с Единой Россией, с губернатором Бегловым, с армией, там, с Шойгу, с начальником генерального штаба и так далее. И вот эта история с сыном Пескова, это возможность Пригожину показать, что это его откат политический. Это его заявление, ребята, давайте жить дружно, и ребята в этом случае, это Кремль. Кремль, ребята, давайте жить дружно, Путин, Песков, давайте жить дружно. И плюс это возможность отыграть, вы помните пранкеры, которые звонили этому самому сыну Пескова и поймали его на том, что давай, парень, типа, иди на фронт, а он им сказал, на какой фронт, вы знаете, кто я такой? Вот. И таким образом, значит, Пригожин дал ему возможность отыграться, сохранить лицо при плохой игре. Ну, знающие люди говорят, что ни в каком фронте он не был. Там, реально он, конечно, там, туда приезжал на пару недель. Ударил, может, один раз из орудия, поэтому его теперь называют, там, я не знаю, артиллеристом. Вот. Но он был где-нибудь там в 20-30 километрах от фронта. Формально числился, может быть, в какой-нибудь там
боевой единицы. Вот это возможность таким образом прежде всего Пригожину помириться со всеми с теми, особенно в Кремле, с Путиным, потому что он стал раздражать Путина. Я, кстати, в вашем эфире уже несколько раз говорил, что фактически Пригожин является исполняющим обязанности президента. Мы Путина не видим на передовой, а Пригожина видим. И это ужасно раздражало лично Владимира Владимировича Путина. И это заявление это было вот для того, чтобы попытаться отыграть немножко в обратную сторону. Пане Сергію, ну і хотілося б трохи обговорити тему стосовно 9 травня, стосовно параду, який вже не за горами. Ну от, власне, вже до Москви з усіх куточків Російської Федерації почали звозити ППО для того, щоб, мовляв, захистити оцю всю техніку, людей від можливих ударів по території Москви. Але цікаво те, що перед парадами зазвичай проводяться репетиції, і на репетиціях не захищені наразі ніхто. Тож, як думаєте, чому Кремль не допускає взагалі варіант того, що відбудеться бавовна, от така саме на репетиції? Ну, это, возможно, они допускают, просто мы об этом не знаем. И, кстати, в этом смысле очень правильные были заявления, потому что несколько экспертов говорило о том, что нельзя наносить удары по параду на Красной площади, потому что там есть какие-то все-таки мирные граждане, это мирный город. То есть, в принципе, в этом смысле надо соблюдать ту политику, которую до сих пор проводила украинская армия. Она не бьет, в отличие от россиян, по мирным целям. А вот действительно, тогда, когда будет репетиция парада, ну, традиционно московский парад проходит на Хорошевском поле. Вот там только военные, там нет никаких зрителей, там нет никаких гражданских лиц. Часто это даже происходит в ночное время. Вот, и то там, конечно, можно будет нанести удар, потому что там только военные. Это является законной военной целью для украинских войск. И этого они, конечно, боятся. Но они боятся, вы видели, в прошлом году отменили воздушный парад и под надуманные причины, потому что сказали, что в Москве типа плохая погода. Да, мы все видели, что там, ну, были немножко облаков, а облака кучевые, но вполне нормальная, замечательная погода была 9 мая 22 года в Москве. Это, конечно, отмена это была, потому что была вероятность нанесения стингерами ударов по этим самолетам, тем более, что там довольно большое расстояние, они стартуют из Кубинки, и пока они там летят до Москвы, там 25 километров лететь, и на всем этом промежутке вполне в них может что-то там прилететь, и, конечно, это было бы очень неприятной вещью. Плюс Путин боится реально того, что какой-нибудь там пилот возьмет и спикирует на Красную площадь, как это сделали террористы исламские в Нью-Йорке. Вот, и поэтому, конечно, вот этот парад, причем его отменили, кстати, не только в Москве, потому что в Москве, они сказали, плохая погода, но его отменили во всех, там, по-моему, в 9 городах, где он должен был быть запланирован, по всей территории огромной России, 17,5 миллионов квадратных километров, где погода была как раз совершенно разная, и во многих местах она позволяла его провести. Пане Сергію, почули ми вас. На жаль, маємо обмежений ефірний час, але дуже дякуємо, що змогли доєднатися і трохи з нами поговорити і про Пригожина, про його заяви, і про парад 9 травня, який планується. Я думаю, він буде, безумовно, тому що це все ж таки історична цінність для Росії, для путінського режиму, і йому потрібно на чомусь таки тримати, бодай, якийсь настрій населення. Сергій Жернов, екс-співробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки РФ, був з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, дякуємо вам. Дякуємо вам. Дякую.